Так, всем привет. Ну, для начала я хочу всех поздравить, вот, потому что вы, посмотрев это видео, то есть, ну, вы измените свою жизнь действительно очень сильно, кардинально, если, конечно, последуете всем примерам, которым я вам сейчас расскажу. Так, с чего начнем? Так, да, возьмите сейчас, приготовьте ручку, тетрадку, ну, можно листочек какой-нибудь, много писать не придется, но просто пошаговые действия вам придется записать, чтобы потом не запутаться, все сделать по порядочку, вот, чтобы потом могли просто, ну, зарабатывать денежки. Сразу скажу, что это не какая-то интернет-халява, вот, и потому что сейчас интернет-халявой переполнил буквально весь интернет, вот, ну и как правило это в основном мошенники, да, которые сначала требуют от вас какую-то денежку там под каким-то предлогом там. И вы отдаете свои деньги, и в итоге ничего не получаете. Вот, в моем же варианте я от вас вообще не возьму ни копейки, и вам не придется вообще никуда не вкладывать никаких денег для того, чтобы зарабатывать. Вот, вам просто нужно будет приложить немного усилий, и где-то через месяц вы уже увидите первые результаты, как на ваш кошелек может упасть где-то, ну, может быть, вы мне сейчас не поверите, но убедитесь в этом сами. Через месяц, ну, где-то 1000, может быть, 2, может, 3, а может, даже 10 тысяч вы уже через месяц заработаете. Так, ну, для начала, знаете что? Так, WebMoney, вот зарегистрируйтесь в WebMoney, да, ну, запишите себе, что для начала нужно зарегистрироваться кошелек WebMoney, ВМР, ВМЗ, то есть рублевый и долларовый кошелек. Вот. Сейчас немного расскажу о самой работе, в чем заключается работа. То есть наверняка вы уже пробовали как-то зарабатывать в интернете. Вот. И, собственно, способ, о котором я буду сегодня вам рассказывать, вы наверняка уже с ним сталкивались. Наверняка, может быть, даже пытались на этом заработать, только у вас ничего не получилось. Вот. Дело в том, что этот способ, он на самом деле очень тяжелый. И многие от него открещиваются прям, ну, потому что, ну, не видят результатов, не видят в нем как бы смысла работы, потому что очень сложные работы и получаешь копейки. Вот. Нет, это не какие-то там клик-спонсоры, где нужно там кликать и смотреть сайты. Письма читать нет, не сейчас не об этом говорю. Вот. О другом. Сейчас вы все поймете, чуть попозже я вам скажу. Вот. А в нашем случае, то есть вам не придется делать титаническим трудом, не придется заниматься, потому что весь вот этот заработок, он пойдет просто на автомате. Да? Есть такая программка, которая запустит все ваше дело. То есть, если вы вручную могли зарабатывать там доллар в месяц, то с помощью этой программы вы будете зарабатывать тысячи, десятки тысяч долларов в месяц. Вот. И вот, собственно, в чем заключается заработок. Ну, наверняка, да, вы знаете, что есть такие службы, как файлообменники, да, то есть люди заходят на них, скачивают определенные файлы. Вот. И если вы разместите на одном из файлообменников свой файл, и по вашей ссылке будут заходить люди, да, скачивать этот файл, то вы будете получать деньги. Но, как правило, вот, чтобы заработать хотя бы 3 доллара, возьмем среднюю цену, да, чтобы заработать 3 доллара на файлообменнике, нужно, чтобы ваш файл скачали по вашей ссылке 1000 раз. Это о ужас какой, да? Ну, представляете, да? Если бы у вас был сайт какой-то, да, там, ну, с огромной просто посещаемостью людей, то да, там еще как-никак, там, да, найдутся люди, которые будут скачивать ваш файл, да? Но, как правило, владельцы таких сайтов, они не берутся за эти файлообменники, потому что они, собственно, на рекламе хорошо зарабатывают. Вот. Ну, а вам что получается? Нужно эту ссылку рассылать по всему интернету, там на какие-то сайты-варезники писать статьи, чтобы вашу ссылку скачивали, так по интернету распространять. Вот, с утра до ночи, может быть, там сидеть, мучиться, париться, думать, куда же еще засунуть эту ссылку, чтобы кто-то скачал. Вот, очень сложно, конечно, да. И
И просто потрудившись немножко, ты понимаешь, что ай, ничего не получится, руки опустились, и все, не буду я больше зарабатывать, и нет никакой надежды. Вот. Ну, в нашем случае, конечно, все это сделает программа, да? То есть, если вы могли в день найти там, ну, максимум 5-10 человек, да, для своего, для того, чтобы кто-то скачал ваш файл, то с помощью этой программы просто миллионы людей будут скачивать ваш файл. Ну, сами понимаете, да? Миллионы людей, это уже где-то миллион людей в день, это уже $30 в день вы будете зарабатывать. Вот. Ну, конечно, у вас будет не 1 миллион в день, будет больше 1 миллиона в день, может быть, даже и до миллиарда доходить. Вот. Ну, да ладно. Что сейчас вам нужно будет сделать? То есть записывайте себе в тетрадь, потом все это сделаете. Для начала вам нужно будет приготовить файл где-то размером от 10 до 50 мегабайт. Этот файл должен быть, вы должны поместить его в архив, и вместе с этим файлом сделайте текстовый документ. Вот, любой текстовый документ, вот, ну, не Word, конечно, но вот обычный вот такой вот текстовый документ сделайте. И в нем запишите какой-нибудь там пароль, придумайте, запишите. Для себя отметьте этот пароль, то есть сохраните у себя на компьютере и добавьте этот же пароль в файл, тот файл, который вы будете загружать на файлообменник. Ну, файлообменники, сейчас я вам скажу, где будете выбирать. Так. Не надо нам ничего сохранять. Ну, файлообменник, то есть список файлообменников вы получите. То есть я вам скажу чуть позже, да. То есть вам нужно будет зарегистрироваться на файлообменниках где-то на 3-4, то есть, ну, 3-4 достаточно, больше не надо. Разместить этот файл, вот, получить ссылки на этот файл и записать эти ссылки у себя где-нибудь тоже на компьютере оставить, чтобы не потерять ссылку на этот файл. Хотя, конечно, на файлообменниках можно в любой момент зайти и опять же узнать эту ссылку. Ну, на всякий случай, чтобы она просто у вас была на компьютере. Вот. Далее. Вот вы сейчас смотрите это видео. Дело в том, что я записывал его просто так, не для какого-то сайта, да, а просто я решил его выложить в интернет, и чтобы, ну, каждый желающий мог посмотреть, каждый желающий мог взять себе это видео, разместить где-то либо у себя на сайте, либо ВКонтакте, либо еще где-нибудь. Ну, то есть у этого видео, так сказать, нет особого источника, да, и поэтому вам нужно скачать сейчас эту программу. Программы 7Links, и поэтому как бы ссылка на скачивание этого файла может находиться либо сверху, либо снизу видео. Вот, найдите, она обязательно должна быть, потому что просто так это видео нигде, я думаю, размещать никто не будет. Вот, скачайте этот файл. Файл, вот он в виде архива. Вот. И давайте посмотрим, что у нас есть в архиве. В архиве у нас как раз вот она, сама программка, 7Links клиент, с которой нам придется немножко поработать, да. Прям совсем чуть-чуть придется поработать, и все остальное она сама сделает для того, чтобы мы могли слышать приятный звон WebMoney на своем кошельке, да, как денежки капают. Кто знает, наверное, да, кто пользовался WebMoney, знает, как приятно слышать этот звон монет, когда они падают на твой кошелек. И вот Redmi, инструкции по заработку. Вот ее я советую прочитать, вот, в первую очередь. Обязательно прочитайте ее. Вот. Не ужасайтесь, здесь, конечно, информации, да, предостаточно. Вот. Но эта информация, на самом деле, не просто так она нужна. Она пригодится вам в любом случае. Так что не поленитесь, уделите немного времени, почитайте эту информацию. И здесь как раз вот в этом файле здесь где-то должны быть вот как раз именно файлообменники. Вот список файлообменников. Да, здесь вот выберите 3-4 на ваш вкус любых и регистрируйтесь на них. Так, давайте перейдем к программе. Вот сама программа. Да, вот видите, здесь Касперский кристалл у нас пытается заблокировать эту программу. Ну, может не переживать, она это не вирус какой-то, да, то есть можно разрешить, если вдруг ваш файл,
говорю, файлообменник. Если вдруг ваш антивирусник будет блокировать программу, то либо там закроете его, либо разрешите доступ к этой программе. Так что, видите, я открыл, ничего страшного здесь нету. И вот смотрите. Вот, собственно, программа, да, такая небольшая. Здесь вот есть вот ступени. 7 ступеней у нас есть. Вот. В чем заключается, то есть, ваша работа? Да, вы уже сделали всю работу, зарегистрировались на файлообменник, закинули файл на файлообменник, разместили все. Главное, чтобы не забудьте, чтобы пароль находился в вашем файле. Вот обязательно должен быть пароль. Вот. Чуть дальше вы поймете, для чего он нужен. Вот. Надеюсь, что вы зарегистрированы ВКонтакте. Может быть, надеюсь, чтобы у вас еще было две страницы, помимо где-то контакта, допустим, на Фейсбуке. Ну, может быть, какой-нибудь вы сайт бесплатный сделаете на бесплатном хостинге. Там народ.ру, либо ukos.ru. То есть, сделать такой сайт не составит вам особого труда. Вот, потому что там все интуитивно понятно, как что делать. Так что, ну, просто вам в дальнейшем нужно будет это сделать. Вот. Не пугайтесь, вот, ничего страшного в этом нету. Потрудиться вам, собственно, придется в самом начале. Все остальное просто пустяки. Все, что останется делать, это пустяки на самом деле. Вот. И смотрите, вот открыли вы эту программу, что вам нужно сделать. Значит, вот видите, здесь ссылочки есть у нас, да? Берем самую верхнюю ссылку, вот, которая подсвечивается желтым цветом. Вот. Сразу скажу, что не пытайтесь взять какие-то, ну, там, обманную программу, ничего у вас не получится. Вот. Берите, ну, действуйте честно, собственно говоря. Если хотите честно зарабатывать деньги, ну, поступайте сами честно. Копируем, значит, первую ссылочку. Открываем браузер. Вставляем что-то в строку. Хопники. Так. И вот мы перешли, видите, на такую вот страницу. И здесь вот у нас есть 4 ссылки, как раз уже непосредственно именно на файл, чтобы скачать файл. Файл, да, я уже говорил, где-то от 10 до 50 мегабайт. То есть скачивайте файл, там в этом файле архивом его скачаете, там будет пароль в текстовом формате. Вводите сюда пароль. Вот видите, пароль из первого файла. Вот он. Вводите, нажимаете активация пароля. Вот. И у вас, значит, вот эта штучка подсвечивается зеленым цветом. И у вас появляется шанс уже, значит, перейти на вторую ступень и скачивать отсюда файл. Так постепенно скачивайте все эти файлы. Все 7 файлов скачивайте. Вот. И ваша программа, она активируется. То есть вам предоставляется уже шанс самому войти в этот список, да, тоже внести свою лепту, так сказать. Вот. И для этого, то есть я вам уже говорил, что заранее нужно будет сделать вам сайт. Там, ну, может быть, даже не сайт, может быть, еще что-нибудь придумать, я не знаю. То есть нужно сделать так, чтобы каждый человек, который перейдет по этой ссылке, да, вот он натыкался на вот на такие вот ссылочки, которые уже ведут на непосредственно на скачивание файла. Вот, ну и опять же, почитайте ту инструкцию, которую я вам показывал в начале, там все подробно расписано, собственно. Вот. Не придется заморачиваться. Так. Вот. Да, кстати, вот еще забыл сказать, если вдруг вы переходите по ссылке, и она не работает там, да, то здесь вот есть такая кнопочка, называется «Другая». Опа, нажали, здесь оп, «Другая». То есть на тот же самый файл, да, на те же самые ссылки есть еще один источник, где можно найти это, увидеть. Так что переходите смело, вот и третий, да, то что перейдете, и у вас обязательно будет доступ к этим ссылкам. Далее вы вводите свои промежуточные файлы, промежуточные ссылки, ссылки, на которых будут ссылки уже на ваши файлы. Вот так вот. Ну, опять же, я вам говорю, чтобы вы почитали эту инструкцию, да, вот, так-то я видео сейчас просто вкратце быстренько посмотрю, чтобы более-менее было понятно, что к чему, но вы почитаете эту инструкцию. Вот, и все, значит, вы ввели свои ссылки, ввели свой пароль, который будет... которые нужно будет ввести уже другим людям, чтобы активировать эту ваши ссылки, так сказать, и самому вступить в эту программу. Да?
Так, вроде все сказал. Да, и вот смотрите, да, вот все-таки вы ввели, да, то есть активировали программу, ввели уже свои данные, да, ввели свои адреса сайта, там, странички ВКонтакте, еще там что-то там, да, ввели. И человек, и теперь эту программу можете перезапускать, и вот внизу, здесь уже будут именно ваши адреса. Вот те, которые вы зарегистрировались. И что получается, да? После этого все, что вам нужно сделать, это всего лишь найти 10 человек, которые также присоединятся к этой программе, да? Которые также захотят, как и вы, просто попытать удачу и заработать хороших денег для себя. Вот. Ну, конечно, 10 человек это не ограничено, ну, это не есть граница, вы можете найти и больше. Я вообще как советую, ну, в день по одному человеку находить, это достаточно, чтобы уже через месяц, увидеть просто шокирующую сумму для вас, да? Вот. И советую всем, кого вы пригласили, чтобы они также поступали, как вы, тоже по одному человеку в день приглашали. И те, кого вы пригласили, они пригласили, чтобы приглашали. То есть вот так, чтобы это ну, двигалось, двигалось, двигалось. И что получается? Смотрите. Когда тот человек, которого вы пригласили, да, он активирует эту программу, да, и он занесет уже тоже свои данные, и его данные появятся вот на этой строчке, на седьмой. Ваши данные перенесутся на эту строчку. Вот, и постепенно ваши данные, они будут переходить вверх, 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 вверх. И вот до последней строчки они перейдут сюда все. Что получается? Давайте я вам наглядно покажу, что из этого может получиться. То есть, смотрите, вы приглашаете человека. Вот вы. Это вы. Вы приглашаете человека. Приглашаете еще одного человека. Приглашаете еще одного человека. Итак, ну, 10 человек где-то вы приглашаете, да? Ну, просто по 10 посчитаем. Эти 10 человек, да, то есть каждый из 10 этих человек тоже по 10 человек приглашает. Вот. Они и все эти люди, причем, да, они проходя эту программу, они все скачивают файлы. Ваш файл и те, кто до вас были здесь, да, и кто после вас будет тоже. И вот так вот они потихонечку, потихонечку вырастают. И в итоге, если, грубо говоря, вы пригласили 10 человек, они пригласили 10 человек, следующие пригласили по 10 человек, то получается, что к седьмой линии, да, то есть к тому моменту, как ваши ссылочки перейдут на верхнюю линию, уже будет 10 миллионов человек, которые скачают вашу ссылку. Это последняя линия. А еще до этих 10 миллионов будет миллион человек, которые, когда вы будете находиться на второй строчке, когда вы будете находиться на третьей строчке, будет 100 тысяч человек скачивать ваш файл. То есть получается своего рода пирамида, да, только она не финансовая пирамида, потому что вам не нужно вкладывать финансы вот сюда, чтобы вступить в эту пирамиду. Своего рода пирамида получается, да, как сказал один из богатых людей, что лучше зарабатывать 1% с каждого человека, чем 100% самому зарабатывать, да? И вот таким способом вы сможете зарабатывать. Я надеюсь, вы все поняли, да, в чем заключается суть работы, вот, как работать. Вот. Так что приступайте прямо сейчас к работе. А, подождите, да, самое главное забыл сказать. Как можно приглашать людей? То есть, ну, в интернете, да, просто сейчас очень много разной рекламы, да плюс еще к тому, что многие пытаются бесплатно эту рекламу рассылать, да, то есть ВКонтакте, там, еще где-то, там, очень сложно, да, сейчас прорекламировать без денег, ну, свою идею какую-то протолкнуть, чтобы поучаствовать, да, казалось бы, интернет найти 10 человек, что там стоит? Да нет, тяжело все равно на самом деле. Просто на самом деле, ну, люди уже столько раз сталкивались с мошенниками, они уже просто ни во что не верят. И уже перепробовали, может быть, кучу моментов, способов заработка, ничего у них не получалось, у них просто уже руки опускаются, и они как-то уже не верят ни в чё. Вот. Но все-таки я вам сейчас подскажу, как можно это сделать эффективней. Вот смотрите, мы сейчас выйдем на Яндекс. В поисковой системе. Вот. Наберите, значит, вот список
Бесплатных досок объявлений. Бесплатных. Досок. О, досок объявлений в окна. Опа. Список бесплатных досок объявлений. Во. Берем. Ну, вот видите, здесь вот есть такой список. Все. Нашли в интернете. Вот. Зашли на любую доску. Желательно, чем больше досок вы на больше досок распределите. Есть здесь. На всех напишите свое объявление. Вот. Объявление о работе. Вот. Если здесь есть такая рубрика, то можно оставить свое объявление. Так. Есть здесь, нет. Что-то я не вижу. Так, ладно, давай сейчас другое посмотрим. Вот универсальная доска объявлений. Сайт находится в разработке. Ну, то есть, знаете, просто поискать и найти-то можно. Это не проблема. Главное было бы желание, да. А то причин можно много найти и опять плакаться, что... Так, я что-то смотрю, здесь все на один лад. Вот, сейчас давайте что-нибудь другое посмотрим. Так, вот доски бесплатных объявлений. Так, вот здесь посмотрим, что есть у нас. Во, вот, вот, что-то есть. Ну, то есть найти можно было бы. Вот, работа. Работа. Вот, дать объявление. Ошибка. Ну ладно, не буду я сейчас мучиться. Вот, вот 1000 досок объявлений. Ну-ка, давайте все-таки это посмотрим. Вот, вот. Вот здесь вот я, кстати, вот на таких я уже размещал. Вот здесь вот можно, да. Единственное, что здесь видите, только вот по определенным городам. Вот единственная проблема. Ну, можете на каждый город рассылать. Вот. И что получится? Давайте сейчас вот покажу пример, как можно так дать объявление здесь у нас. Вот разместить объявление. Так. Работы опять не вижу. Что ж такое-то, а? Что-то напасть прям какая-то. А, вот, работа, все, нашел. Далее. Ну, вот здесь вот подрубрика, то есть вакансии нажимаете, да, ваше имя вносите, город, там, Москва, Петербург, там, еще какой-нибудь. Ну, телефон не обязательно здесь писать, вот, можете там поставить какие-нибудь цифры, да. Вот e-mail обязательно нужно писать, да, чтобы люди, которые заинтересуются вашим объявлением, писали вам на e-mail. Так, фотографии не нужно, сайт, если есть, можете написать, это тоже опять по вашему желанию. Должность. Вот с должностью можно что-нибудь подумать, да? То есть, что можно написать, там, допустим, люди там для удаленной работы, да? Ну, сотрудники для удаленной работы требуются, да? В интернете. Сотрудники для удаленной работы в интернете, допустим, да, такая должность. И текст там, допустим, да? Требуются люди с компьютером, подключенным к интернету, там, да, работа там 2-3 часа в день, вот, свободный график, то есть по желанию, ну, там сами подумайте, что можно написать, вот. И как, чем больше вы разместите этих объявлений, да, тем больше, на, там, либо сегодня, либо уже на следующий день просто вам будут толпы людей предлагать свою кандидатуру, лишь бы вы их взяли на работу. Вот, ну и все, вот я думаю, что вот это видео будет вам в помощь, можете отослать им это видео. Да, кстати, вот эту программу, когда активируете, да, то есть уже ваш адрес здесь будет стоять, вот эту программу тоже закиньте на какой-нибудь из файлообменников, да, и уже люди, когда будут интересоваться вашим предложением, вот этот файл скидывайте, чтобы они скачивали эту программу, скидывайте, опять же, вот это видео, чтобы они просматривали это видео, и все. Вот, люди просмотрят. И второй способ, который я хотел вам сказать, это то, что работа в интернете, это не значит, что и
клиентов нужно искать в интернете, да? Это также могут быть ваши друзья, родственники, знакомые. Просто придите, расскажите им, просто сядьте подробно, объясните, дайте им, опять же, вот это видео посмотреть, чтобы они поняли. Захотят присоединяться, слава богу, не захотят, ай, махните рукой, идите дальше. Главное, не останавливайтесь, сидите, ищите людей. Вот. Дело в том, что те, которые сегодня отказались, посмотрят на ваши результаты потом, вот, и у них появится желание, и, естественно, они вот скажет, ну, дай-ка все, я попробую, что там, что-то там, как-то у тебя получается так зарабатывать, да. Так что, главное, не унывайте, вот, просто делайте, делайте, делайте. Тем более, программа это новая, вот, сейчас я тебе, вам покажу даже число сегодня, вот 19 сентября, видите, 2011 года, я только записываю это видео, да. То есть, ну, вот только недавно эта программа начала работать, вот. То есть все еще впереди, развитие еще впереди, вот, и дерзайте. То есть эта программа еще лет 10 только развиваться будет, а там дальше начнет работать. Ну, надеюсь, вы все поняли. Вот, скачивайте файл 7 Links и удачной работы!